Здравствуйте, это ЕТВ «Телевидение мнений» и программа «Мелочи жизни». Каждую среду в прямом эфире работает наша телевизионная клиника «Здоровье онлайн» и я, кандидат медицинских наук Анна Соколова. Каждую среду мы говорим о том, как оставаться молодыми, здоровыми, красивыми и, самое главное, как это сохранить на долгие-долгие годы. Сегодня мы поговорим о достаточно часто встречающемся заболевании, недуге, очень даже неприятном – грыже межпозвонкового диска. Самостоятельно пациенту распознать ее довольно сложно. Иногда это может быть скачущее артериальное давление, иногда это может быть головная боль, какие-то неприятные ощущения в области шеи, например, могут неметь руки и так далее. И все же, как узнать, что это симптомы именно грыжи межпозвонкового диска? Об этом мы спросим специалиста. Сегодня в гостях у нас уже постоянный наш гость Максим Николаевич Зырянов, врач лучевой диагностики высшей категории. Добрый Здравствуйте. Вечер. И все-таки, почему возникает эта грыжа? Почему-то ее часто по-разному называют, наверное, неправильно, грыжа позвоночника, да, и очень, так далее. Очень часто можно с этим столкнуться. Наверное, очень часто люди употребляют такие термины. И это в том числе говорит о том, что тема, она чрезвычайно актуальна. Люди... Очень многие наши пациенты хотя бы примерно знакомы и знают о том, что такая болезнь бывает. И для того, чтобы наши пациенты, наши слушатели понимали, о чем мы вообще говорим сегодня, мне бы хотелось, конечно, сказать, что грыжа межпозвонкового диска – это составная часть всем известного заболевания, которое известно нам под названием остеохондроз. И для того, чтобы, опять же, мы все... понимали, как мы можем диагностировать это заболевание, как мы можем его заподозрить, на что надо обратить внимание. Мне хотелось бы два слова рассказать, ну, просто по-бытовому о том, как устроен наш позвоночник. Очень интересно. Как устроен наш позвоночник. Вот он такой, на самом деле, вот такая у меня модель есть. Конечно же, это не настоящий пластмассовый позвоночник. Позвонков у нас очень много, 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, не считая еще крестцовых и копчиковых. И ведь это очень сложная структура. Вы посмотрите, он несет огромную нагрузку. Когда просто человек стоит, мы об этом никогда не задумываемся. Но на межпозвонковые диски, а это вот эти вот прокладки между позвонками, то есть вот позвоночник у нас состоит из отдельных косточек, позвонки, а между ними хрящевые прокладки, межпозвонковые диски. То есть у меня есть такая еще большая модель, где межпозвонковые диски хорошо видны, как вот такие прокладки между позвонками. Они нужны для того, чтобы позвоночник все время оставался подвижным. Мы же с вами двигаемся, нагибаемся, разгибаемся, мы хотим нагибаться, разгибаться, мы хотим двигаться, но, к сожалению, со временем межпозвонковые диски могут терять свою эластичность. Они становятся более плотные, менее эластичные. Это и просто начинается... с возрастом? Что значит со временем? К сожалению, вы понимаете, в чем дело. В современном мире очень часто возраст начинается лет в 20. Старение. К нам пациенты иногда приходят с остеохондрозом в 18, в 20 лет. Здесь очень много зависит, к сожалению, от образа жизни. Конечно, к сожалению, преобладание сидячего образа жизни, недостаток физической нагрузки негативно сказывается на позвоночнике. Негативно сказывается на позвоночнике. Почему? Потому что, чтобы вот эту структуру, сложную структуру, поддерживать в нормальном функциональном состоянии, нам необходимы нормальные, еще и здоровые мышцы. А их у многих паравертебральных околопозвоночных мышц, к сожалению, нормальных нет. И поэтому остеохондроз развивается очень быстро. И, конечно, мы с вами понимаем, что как только какая-то проблема у человека возникает, ну, возникает боль. Возникает боль. Все тут кажется нам с вами логично. Возникают боли, ограничения движений. Но ведь позвоночник – это не только... структура опорная, структура движения, позвоночник – это вместилище очень важного органа спинного мозга. А без спинного мозга человек не может двигаться, человек не могут наши ноги работать, мы не можем чувствовать. И поэтому многие проблемы с позвоночником, в том числе остеохондроз, он осложняется в том числе проблемами с, ну, по-бытовому, с нервами. Что-то перестает двигаться, сильно болит или немеет.
или не имеет. Для того, чтобы наши зрители немножко лучше, может быть, поняли, как, может быть, функционирует позвоночник, давайте посмотрим сейчас картинку номер 4. У нас заготовлено несколько картинок. Картинка номер 4. Я, к сожалению, не вижу. Появляются за вами. Да, совершенно правильно. Здесь схематично показано, что межпозвонковый диск, он постоянно движется. Вот картиночка, которая получается от наших зрителей слева, показывает, что происходит, когда мы сгибаемся. Диск деформируется, его внутренние структуры перемещаются. Мы привыкли думать, что это какая-то просто какой-то хрящик, как у курицы вареной. Нет, это динамическая структура. Ее здоровье очень важно для человека. И вот когда, и вот на этих картинках очень хорошо отражено, если наши зрители обратят внимание, стрелочками показана вот эта внутренняя структура, это ядро межпозвонкового диска, если оно разрушается, то как раз эластичность теряется и возникает уже основа для формирования более тяжелой проблемы, не просто остеохондроз, не просто болит, а грыжи. Вообще, наверное, многим нашим зрителям не очень понятно вообще, грыжи — это что-то такое очень, наверное, страшное, пугающее, неприятное. Да, звучит не очень. Звучит, красиво. В общем, и всех пугает. Чтобы не вдаваться вообще в подробности, мы с вами должны понимать, грыжа, если мы говорим о медицине, это когда, ну, грубо говоря, что-то куда-то выбухает, выпирает. И казалось бы, ну что в таком, что диск начинает куда-то выбухать. Но там же мы сказали, там же нервы, а они движение обесцвечивают. И вот его в этот нерв прижало, и вот у нас ножка с вами заболела, онемела, не работает. И поэтому давайте посмотрим на картинку под номером 5. Я опять не вижу, есть она. Вы мне скажете? Уже появилась. Появилась, да? Вот как раз на данной картиночке и показана часть нашего с вами позвоночника в разрезе. Я позволю себе обернуться и нашим зрителям показать. Вот у нас за моей спиной, наверное, совсем не видно. Но зато на экране может быть видно, поэтому... Я надеюсь, что просто... как раз в нижней вот там диске, прокладке, вот это вот выпячивание, которое поджало нервы, еще раз говорю, болит, не движется, не имеет, но, к сожалению, часто возникают еще и более неприятные для человека симптомы. Это тазовое нарушение. То есть это нарушение мочеиспускания, может быть, и весь спектр тазовых нарушений. И, как показывает опыт, многие пациенты спокойно относятся к тому, что болит или не имеет, или не двигается нога. Но, к сожалению, тазовые проблемы, они тяжело психологически переносятся нашими пациентами. И поэтому ранняя диагностика грыжи межпозвонкового диска, она чрезвычайно важна. И, в общем-то, мы сегодня с вами и собрались для того, чтобы еще раз сказать, а какими методами мы можем исследовать позвоночник и выяснить, есть или нет грыжа. Максим Николаевич и наш телезритель, хочу обратиться, что у вас есть уникальная возможность позвонить нам прямо по телефону 376-45-88. Это телефон прямого эфира. Вы можете задать интересующий вас вопрос прямо специалисту. Максим Николаевич с удовольствием ответит. Конечно. И к тому же на наш сайт ekburg.tv уже приходят комментарии и вопросы. Если позволите, я задам, конечно, так как это интересует. Вопрос от Ксении. Скажите, какие категории людей бывают более подвержены грыже позвоночника? И вообще, есть ли предрасположенность какая-то к этому заболеванию? Вот, например, у меня брат играл в баскетбол, и вдруг у него обнаружилась грыжа. Давайте сначала по поводу предрасположенности. Но если вообще брать, говорить о предрасположенности именно для человека, то сам факт, что вы человек, а не собака, не кошка, уже предрасположенность. Может, это единственный вид в природе, который постоянно, грубо говоря, прямоходящий. Ни у кого из животных нет вот этой постоянной осевой сверху давящей нагрузки на позвоночник. Ну, может быть, многие пациенты мне скажут, а у меня вес маленький, и вообще человек миниатюрный, да какая там нагрузка? Нет, на самом деле нагрузка на межпозвонковые диски, то есть вот эти, еще раз говорю, хрящевые прокладки между костями, вот в поясничном отделе, самый опасный для грыж поясничный отдел. Почему опасный? Чаще всего встречается. Так вот, чтобы понять, какая нагрузка приходится, все можно очень просто сделать. Нужен нам для проведения этого простого эксперимента любой человек. Попросим его встать на одну ногу, а потом перенести вес не просто на одну ногу, а на пятку. Вот и представьте, с какой силой, допустим, взрослый человек пяткой давит на поверхность. Если вы считаете, что это небольшая нагрузка, то попросите его встать себе на живот или на руку, и вы почувствуете, как
как это тяжело. И ведь смотрите, я вам сказал, что позвоночник – это не просто опора, это динамическая система, она постоянно движется. А теперь подумайте, ну вот у вас машина, ну сколько лет она работает? 5-10, а потом она требует уже капитального ремонта, а в позвоночнике мы ничего в течение 70-80 и, дай бог, большего количества лет поменять не можем. Поэтому эти структуры, они, конечно, очень важны для человека. И они, природа, конечно, запас определенный сделала, но современный человек, а если опять же говорить о предрасположенности, кто чаще всего страдает? Современный городской житель. Нет, не жители деревни, к сожалению. Так, к счастью, конечно. Наверное. К счастью. Почему? Физическая нагрузка. Ежедневная физическая нагрузка. Конечно. А у современного городского человека получается вот очень большой такой, как бы сказать, диссонанс, что ли. С одной стороны, очень много сидячей работы и хронический дефицит ежедневной регулярной нагрузки, еще и правильной нагрузки. И с другой стороны, вот всю неделю мы, допустим, просидели и к выходным решили, допустим, дать большую нагрузку в том же спортзале. И сидячая работа для позвоночника была плохо, и вот этот рецидив сильной нагрузки тоже для позвоночника будет плохо. Сначала мы мышцы ослабили, а затем мы дали неадекватную нагрузку. И вот, пожалуйста, нам грыжа с вами. Если мы будем говорить о спортсменах, а тем более о профессиональных спортсменах, то есть работа организма в условиях хронической перегрузки, ну, это очевидный факт, я думаю, что никто с этим спорить не будет. Ну что, здесь свои особенности есть. Тем более, если мы говорим о баскетболистах, волейболистах, это прыжковая, осевая именно нагрузка, она плохо переносится позвоночником. Вопрос от Елены Борисовны. А я думала, что грыжа бывает чаще у штангистов. Ну, у штангистов она часто бывает. Конечно, чаще, чем, наверное, у обычных людей. Ну, потому что, опять же, они испытывают неадекватные перегрузки на поясницу, в частности, разгибательные. И если, кстати, вы внимательно мы посмотрим за тяжелой атлетикой, то часть движений с позвоночника убирается, она делается ногами. И это, на самом деле, одна из таких важных рекомендаций. Рекомендуется, если вам хочется поднять с пола какой-то груз тяжелый, не поднимайте его спиной, не нагибайтесь, а присядьте и поднимите его ногами, коленями. Максим Николаевич, у нас есть опрос. Наш корреспондент выходила на улицы города и задавала горожанам такой вопрос. Что вы знаете о межпозвонковой грыже? Давайте посмотрим. Могут быть боли в спине при тяжелых нагрузках, при длительном сидении. То есть как бы, разные симптомы могут быть. Даже иногда в ногу отдавать может боль. Ну, наверное, когда больно в спине, я думаю. Вот она межпозвонковая. Иногда она вылетает в самый неподходящий момент при нагибании там, и так далее. Да? То есть резкая боль – это как раз об этом и говорит. Очень сильная боль в области поясницы. Как вычислять, не знаю. С помощью только медицины диагноз точно ставится. Обычно она возникает от чрезмерных подъема тяжести. Обычно ими страдают, кто занимается профессиональным фитнесом, бодибилдеры. Сзади в области спины есть слабые места. Вот, в области поясницы. Там находится поясничная мышца и она, короче, прикрыта только брюшиной сзади и другими мышцами не прикрыта, и через эти места вот как раз вылазят эти межпозвоночные грыжи. В прямом эфире работает телевизионная клиника здоровья онлайн, и сегодня мы говорим о межпозвонковых грыжах. Максим Николаевич, наши горожане знают, что такое межпозвонковые диски? Ну, конечно. Диски и грыжи. В общем, я еще раз говорю, наверное, сложно найти человека, который хотя бы что-то не знал. Но, конечно, очень много таких знаний, может быть, недостоверных. Наверное, многим людям и не нужно это знать. Но чаще всего думают, что это связано со спортом, но не только спортсмены же имеют эту проблему. Не только. Еще раз давайте подчеркнем, что далеко не только спортсмены. И более того, люди, которые профессионально занимаются спортом, они, как правило, знают, как надо нагружать поясницу и как не допустить перегрузки позвоночника. А вот люди, которые профессиональным спортом не занимаются, они как раз чаще всего рискуют эту грыжу иметь. Хорошо, а как можно диагностировать грыжу межпозвонкового диска?
В современной медицине существует метод, который позволяет достаточно легко и быстро диагностировать грыжу межпозвонкового диска. Это, конечно, магнитно-резонансная томография. Магнитно-резонансная томография или МРТ – это в данном случае метод выбора диагностики межпозвонковой грыжи. Проблема здесь состоит в том, что, как мы с вами поняли, диски в позвоночнике – это хрящики, это не кость. А все, что не кость, на обычном, например, рентгене мы практически не видим. Поэтому нам нужны какие-то методы, чтобы и кости, и мягкие ткани видеть. И вот МРТ нам здесь помогает. И мы послойно исследуем позвоночник, послойно выставляем срезы на каждый диск и смотрим, нет ли его выпячивания. Потому что выпячивание диска, вот эта грыжа, она может быть небольшая по бытовым размерам. 5 мм, 4 мм, но вот этих 4 мм может быть достаточно для того, чтобы вызвать выраженные симптомы и страдания человека. А нужно ли при подозрении на грыже обследовать весь позвоночник или достаточно какой-то один отдел? Тут следует ориентироваться, конечно, прежде всего на жалобы. То есть если у нас с вами проблема связана и боль идет по пояснице или это ноги, то есть грыжа межпозвонкового диска в поясничном, то есть нижний отдел, поясничный. Вы предполагаете, да, что это, да, в поясничном отделе? Поясничный, то это боль в пояснице или боль в ногах, или боль в области таза, может быть. Вот. То есть мы, первый этап у нас, мы визуализируем тот отдел, который по симптомам нам кажется самым пораженным. Затем идем дальше. Если есть симптомы с других отделов, мы их тоже исследуем в порядке, скажем, убывания симптомов. Есть люди, которые хотят исследовать другие отделы. Говорят, что я хочу узнать, как там дела, что мне можно делать. Пожалуйста, и это возможно, потому что магниторезонансная томография не несет вреда здоровью. И мы можем себе это позволить, не навредив человеку. А каким образом МРТ фиксирует грыжу? Вот непосредственно как она выглядит на МРТ? Ну вот для того, чтобы посмотреть, как она выглядит, у меня также заготовлено несколько картиночек. Давайте мы с вами посмотрим картинку номер 6. Вы мне скажете, появилась? Да, конечно, появилась. Появилась, да? Я понимаю, что сложновато, может быть, оценивать, что это такое. Тем более, что, к сожалению, при переходе вот в телевизионный формат немножко потерялось качество. Но вот красными стрелочками на этой картинке именно указан пятый межпозвонковый диск, который чаще всего и страдает. Ну вот так он примерно выглядит. Пусть наши зрители нам поверят, что это, ну, примерно нормальный диск, хотя здесь уже претензии небольшие есть. А теперь мы с вами можем посмотреть на иллюстрацию номер 8. Поменялась картинка у нас? Мы видим? Да, вот уже поменялась. Вот, и здесь красной стрелочкой показано вот такое вот грибовидное выпячивание, да, если наши зрители обратят внимание. Вот такой прямо как капелька или гриб. И вот от такого небольшого выпячивания, опять же, памятуя о том, что в позвоночном канале проходят нервы, это выпячивание может на них воздействовать и вызывать боль. Причем, когда, если по-бытовому сказать, грыжа, ну вот как бы режется, то есть она только начинается, это сам процесс начинает быть очень болезненный. Пациент начинает чувствовать боль в пояснице. Кстати, к вопросу о том, какие симптомы все-таки нам позволяют заподозрить. Прежде всего, боль в пояснице. Да? И, конечно, кто-то, может быть, из врачей или пациентов скажет, что ну, болит поясница и что, ничего страшного. Но мы же с вами опять понимаем, что у человека могут быть эпизоды физической нагрузки. Он может, опять же, пойти в спортзал, захотеть побегать, попрыгать. И в этой ситуации, конечно, обследовать позвоночник целесообразно, чтобы решить, а нет ли там уже намечающиеся проблемы. Ну и затем, когда уже корешок нерв поджало, то вот вам типичная клиника грыжи, клиническая картина, то есть симптомы, проявления. Еще раз говорю, боль поясница, нога, онемение в ноге, нарушение движений в ноге и нарушение тазовое. К сожалению, когда мы подходим к фазе нарушения движений, то иногда даже после удаления грыжи они не всегда легко восстанавливаются. Поэтому в диагностике грыжи есть определенный элемент неотложности. То есть следует очень внимательно относиться к своим симптомам, не затягивать. Вопрос на сайте от Ксении. Грыжу можно только на МРТ заметить, а какие-то другие методы существуют обнаружения грыжи? В частности, есть ли какие-то мануальные методы? Нет, прямых мануальных нет. Нет, конечно, нельзя заподозрить руками никак.
В медицине существует огромное количество методов лучевой диагностики визуализации. Их огромное количество. Но на современном этапе магнитно-резонансная томография все-таки является первой линией. То есть первое, на что пациента надо направить, это на магнитно-резонансную томографию. А потом уже после МРТ дальше думать и разбираться, если что-то нам не совсем может быть ясно. Следующий вопрос. А какие еще предварительные обследования могут понадобиться перед началом лечения? Здесь сразу хочу сказать, что если даже уже увидев грыжу и приняв решение лечить вас консервативно, то есть без операции, всеми другими методами, врач направляет вас еще на рентген. В этом есть целесообразность, потому что что делается на рентгене? Делаются функциональные снимки. Потому что, к сожалению, когда вот эти межпозвонковые диски у нас страдают, возникает избыточная подвижность между позвонками. Позвонки в норме кпереди, кзади не смещаются, они только изгибаются позвоночник. И вот если эта передне-задняя подвижность, так называемая нестабильность, возникает, то это требует внесения определенных корректив в план лечения. Доктору поэтому на рентген вас отправить могут. А попросят какие-то позы принять особо? Каким образом это можно понять? Да, лаборант попросит в необходимом объеме согнуться, разогнуться. Иногда боковые наклоны применяются. Угу. А может ли произойти рецидив заболевания? К сожалению, грыжа, если она один раз возникла, это уже говорит о том, что структура внутренняя диска, вот эти вот защитные механизмы природы, они уже нарушены. И поэтому грыжа может возникнуть, клиника может как потом утихнуть, потом она может увеличиться, к сожалению. То есть рецидивы, они бывают. Они у всех, конечно, но бывают. А если один диск поражен, стоит ли ждать поражения еще других дисков? Да. То есть появляются другие еще симптомы? Например, была вначале боль только в поясничном отделе, а потом может присоединиться еще и в грудном отделе? Если грыжи появляются у нас с вами еще в грудном отделе или в шейном, то будет, стало быть, беспокоить и вышележащие отделы. Если грыжа появилась в соседнем диске, то врач, опытный невролог, вертебролог или ортопед по вашим симптомам уже подозревает, а на каком уровне вот этот нерв поджимается. И из того, как вы описываете свои боли, уже делает предположение, какой отдел здесь, скорее всего, поражен. А если поставлен диагноз грыжи и проводится лечение пока что консервативное, неоперативное, то как часто нужно делать МРТ, чтобы следить вот за тем, как заболевание развивается? Есть какие-то нормы? Нормы, значит, вопрос решается вообще всегда сугубо, извините, индивидуально. Контролировать процесс целесообразно. Если в общем мы скажем, можно сделать, если на фоне лечения ваши жалобы уходят, если вам становится лучше, то через полгода можно сделать обследование. Если проблема не решается или решается не полностью, то здесь уже и после 2 недель лечения или через месяц уже часто назначают повторные обследования. А если пациент лечился оперативно, то в дальнейшем, вот в вашей практике приходят ли к вам и действительно появляются ли грыжи и опять проблемы какие-то уже с другими позвонками? Например, какой-то пролечит даже оперативно, а потом в дальнейшем все равно к вам приходят повторно. Такое, к сожалению, бывает. Это не говорит о том, что прооперировали плохо. Это закономерный процесс. Амортизационные функции одного диска пострадали и могут пострадать соседнего. Поэтому грыжа может возникнуть в соседнем диске. Такое бывает. А бывает такое, что вы делаете МРТ для обнаружения грыжи межпозвонкового диска и при этом можете зафиксировать еще какие-то другие находки, какие-то другие изменения в организме? Понятно. Здесь, наверное, надо прежде всего сказать, что все-таки в современной медицине невозможно за один раз посмотреть все так, чтобы и все увидеть, и разглядеть, и все диагнозы поставить. Для того, чтобы точность диагностики повысить, то весь организм, он разбит на определенные зоны. И мы как бы фокусируем свой интерес на определенной зоне, в частности, например, на пояснице. Мы хорошо видим поясничный отдел позвоночника, но сознательно идем на худшую, так скажем, картинку, визуализацию соседних органов. Поэтому заподозрить что-то, например, в почке, в кишечнике, предстательная железа, матка, мы можем. Но, как правило, мы пишем, такие-то изменения замечены, рекомендовано сделать то-то и то-то.
Я поняла, потому что ведь происходит как бы срез всего организма, не только позвоночника. Угу, конечно. Так как вы также срезаете все органы мышечной полости. Для внимательного зрителя, да, вот это правильный совершенно вопрос. Конечно, происходит вроде бы срез, да, но на МРТ есть свои особенности. Так как с передней, так скажем, поверхности позвоночника у нас идут крупные сосуды, движущиеся органы, это прежде всего кишечник, то нам приходится вот этот сигнал от этих органов искусственно подавлять, искусственно не захватывать эти органы для того, чтобы позвоночник визуализировался лучше. И не говоря уже о том, что для каждого органа существуют свои нюансы исследования, свои условия, грубо говоря. И поэтому получается, что вот все-таки либо позвоночник хорошо, либо брюшная полость хорошо. Но все вместе хорошо? Нет, так нигде в мире, к сожалению, не получится. Понятно. Максим Николаевич, а не подскажете, как пациенту подготовиться? Вот его беспокоят боли в поясничном отделе, и его невролог направил на МРТ-обследование. Каким образом ему подготовиться? Требуется ли что-то? Если мы говорим о позвоночнике, то здесь требование одно – обезболиться. Обезболиться. Здесь вот как раз мы можем посмотреть на картинку номер 11, если мы еще успеем. Так как изменения в позвоночнике вот на этой картиночке у нас... Четырьмя стрелочками показаны как раз, что все диски в позвоночнике изменены. Мы сразу можем понять, насколько сильно у этого человека болит. А нам нужно, чтобы на МРТ он 15 минут лежал и не двигался. Обезбольтесь любыми методами. Дайте нам провести это обследование. А других подготовок для поясницы, как правило, не нужно. Для брюшной полости целая схема. Перебью вас даже, Максим Николаевич, потому что у нас есть звонок, осталось очень мало времени. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил Владимирович. Вот мне говорят, что с МРТ у меня болты в ноге. И меня не пускают на МРТ. Мы поняли ваш вопрос. Это большая, часто встречающаяся проблема – наличие металлофиксаторов в организме. Так как МРТ, грубо говоря, мы делаем с помощью магнитного поля, то все металлические предметы, которые могут магнититься, нагреваться или двигаться, мы не можем поместить в аппарат. Но современные фиксаторы, которые ставят в кости, они, как правило, грубо говоря, не магнитятся. Затем плотно там стоят и не сдвигаются. Поэтому пациента в большинстве случаев мы пациенту не отказываем. Подходим дифференцированно. То есть с металлофиксаторами в организме в костях отказываем по поводу МРТ, как правило, достаточно редко. Только надо сказать об этом доктору, чтобы он правильно оценил опасность. Ну и если у вас есть какие-то искусственные детали, нужно обязательно с собой паспорт принести, наверное, да, на исследование? Да, на многие импланты существует сейчас паспорт, где четко прописано, можно делать или нельзя. Но у большинства будет написано «можно». Максим Николаевич, большое спасибо. Мы как раз успели ответить. Я надеюсь, вы получили развернутые ответы на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами на связи. Обязательно увидимся в следующую среду. Спасибо.